как всегда. Дорогие подписчики команды «Сема»! Сегодня 18 апреля завершающий матч, сезона чемпионата континентальной хоккейной лиги, чемпионата России по хоккею 2016-2017. Команда «СКА»! Разделившись две дружески, но амбициозные половины, обозначенные цветами синий и белый. Команда «СКА»! Представим нам всем общую радость от импакта своего потрясающего присутствия. Да, друзья, мы собрали команду фантастических мастеров игры, какие шайбы. Мы их полюбили всей душой и поверили в них, а они доверились нам. Мы стали одной семьей. Мы армия СКА, доверяющей, прощающей и любящей семьей. Через семьи ушли, через травмы, через замены возвращения, снова замены, снова травмы, через планы подъема мы вместе рука об руку прошли весь путь этого сезона и считаем его максимально до последней минуты. Спасибо тебе, команда, за эту радость. Спасибо тебе, болельщик, за эту радость. И теперь отсчитываем последние часы этого сезона. Давай, как всегда, вдохнем и выдохнем ледовый. Вдохнем и на выдохе скажем «Хоккей!» Thank you.
Давайте, поехали!